Впечатлений масса. Особая атмосфера чувствовалась уже в фойе Развилковской детской школы искусств, где шли последние приготовления к празднику, и артисты оттачивали свое мастерство. Здесь же расположилась и выставка «Цветы для мам», где рисунки представили юные художники. Всего же в мероприятии приняли участие воспитанники всех четырех отделений ДШИ – хореографического, музыкального, изобразительного и театрального искусства. Тематика сегодняшнего концерта – все самое красивое. Красивая музыка, красивые танцы, которые любят все. А еще больше их любят наши мамы, бабушки, дочки, сестры, все женщины планеты. Свои таланты показали почти 100 учеников в программе 28 номеров. Екатерина Емельянова участвовала сразу в нескольких из них. Девочка и поет, и играет на фортепиано. Готовиться к концерту она начала еще за несколько месяцев. Я усилия много прикладывала, усилия, чтобы все выучить, чтобы на концерте нормально рассказать, чтобы не запинаться, чтобы все было хорошо, всем зрителям понравилось. Учителей в музыкальной школе всех хочу поздравить. Маму особенно хочу поздравить, бабушку. Музыка – один из лучших подарков для женщины. В такой день особенно считает 11-летний Томас Закарян, занимающийся по классу кларнета. Я сегодня постараюсь подарить веселье, настроение и красоту музыки. И сюрприз удался. Я думаю, это лучший подарок для любой матери, когда его дети на сцене и для них играют. Концерт продолжался более 2 часов и подарил всем присутствующим весны прекрасное мгновение. Девочки, девушки, женщины, поздравляю вас с 8 марта. Желаю вам счастья, здоровья, любви. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.